А почему, господи? Айда, ребят, сейчас поросенка резать будут! А кто резать-то будет? Тимоша! А ворот-то зачем снимать? А как стук народу у Софи шумный? Держи, чё? Да держу, держу. Федь, а крёстный-то где? Пьяный, что ли? Тюбетейку мерит. И по колям тюбетейку привёз. О, даёт. Федь, а тебе? Кожан, куртку в натуре. А я тут все падать стала. Иду, как колода, завалюсь. Ну, думаю, наверное, умру скоро, думаю. Она была, надо как, хозяйство на Федьку оставишь, а тут ты вернулся. Теперь помереть не жалко. Может, еще и внуков дождусь, а? Сколько? Коль, чего ты, сынок, слова матери не скажешь? Все молчишь, да молчишь. А? Вера! Верочка! Прошу. Вы мне? Доставим с комфортом. Да, красиво жить не запретишь. Поехали. Ой, поют-то как. Внук, я ж все-таки крестный твой. Я ж тебе вот на этих самых руках держал, когда крестили-то. А крестил тебе поп Поликарп. Ты его еще рясу обоссал. И он на тебе показал этот, говорит, бусурманин будет, а ты вон какой стал. Русский солдат, герой, дай-ка я тебе поцелую. Погоди, милая, погоди. Иди себе пристольная, это тебе не тюрьма. Колян, мой братан. Правильно, вот бери пример своего брата. Пятый раз на зону пойду, а за брата своего. Коль ты мне говоришь. Коль, говори ему. Убить не убью, но покалечу. Клюнок, здесь же без тебя перестройка идти, мать, случилась. Здорово, земляки! Тихо! Главное, на счастье жизни прибыла! Павел Петрович! Ну, здравствуй, афганец наш! Ой, ну? Какой! Николай, мог бы и по-нашему одеться. Как душман его. Справим, Павел Петрович, справим, все справим! Сообщение! Говори, Павел! Через недельку ждем в военкомате. Будем вручать боевую медаль. Будем вручать! Награда нашла героя! Ура! А теперь прошу всех налить. Ой, сядь, бери. Братан мой, ма. Ой. Хочу сказать тост. Что нужно, чтобы возродить наши края? Образно говоря, три компонента. Три составляющие части. Первая – это земля. А земли у нас... Девать некуда. Одни пустыри стоять. Второе – это... Презренный металл. Мани-мани. Деньги, что ли? Деньги, но не всякие. Вот деньги. Федь, Федь, трояк, что ли? Само трояк. Дурал. Дай глянуть. Это сколько ж на наши будет? Миллион. Богатство не обещаем, а достаток гарантируем. И третье, главное, это, конечно, люди. Люди – основное богатство нашей великой страны. И такие люди есть. Я недавно из Москвы встречался там. Наши люди. А чё ж ты, сынок, не ешь, ничего не пьешь? Поешь. Деньги. Одним словом, есть люди, но не вы. Да куда уж там? Да вы уж старичьё. И не я. Такие, как Николай. Колян, брат мой. Помолчил алкоголик. За него. О, тюремщик, бери пример с брата. Ты, тюбетейка. Широка страна моя родная. Много мне. Понял, дело есть. Какой страны,
Где ты, мой? Бухило бухит, волнуйся. Опасно. Не наш ты, наш. Где ты, мой? Когда нечистый дух выйдет из человека, то ходит по безводным местам, ища покоя, и не находит. Тогда, говорит, возвращусь в дом мой, откуда я вышел. И пришед находит его незанятым, выметенным и убранным. Тогда идет и берет с собой 7 других духов, злейших себя, и вошедшие живут там. И бывает для человека того последнее хуже первого. Так будет и с этим злым проводом. Сонь! Молоко сдавать будешь? Не знаешь разве? Не доится корова. Да не, я так спросил. Сонь! Слыхал, какая история с Кульбякиной случилась, а? Слезы! Там одна баба вот так своему мужику похмелиться не дала. Ну 100 грамм налей. А у ней было. Ма! Он ее умолял. Налей. На колени пал, умираю, говорит, Сонь, налей. Ее тоже Сонькой звали. А она ни в какую. Нет, и все. Он тогда раз и готов. Ну, попробовать, мам, налей, малей. Она думала, что он шутит. А он всерьез. Скорая приезжает и говорит, налила б ты ему, милая, 50 грамм, и жив был бы человек. И это же не все. Она теперь под следствием. И ее судить будут. Вот и отдохнет на Канарских островах. Что, проспала? Проспала, Динаха, проспала. Ты у нее лучше спроси, куда он куртку девал, паразит чертов. Колька им новую куртку привез, кожану. И ворота мне навесьте обратно. Берись. Куртку скуда дел? Продал одному мужику за бутылку. Спирту? Водяры. Фу-ло. Да я зайду к нему вечером, заберу. Зайдет он. Куриво есть? И самосад. Вот она, свидание с Америкой-то. Настоящий Арк Бенц. Колька-то где? Где, молится? Молится все. А мне что, пусть молится. Так, пускай молится, жалко, что ли. А он теперь не Колька, он теперь Абдула. Надень свой платок и давай, салям, алям, салям. Соня, здравствуй. Здравствуй, Соня.
смочь, Сонь. Забирай свой хлеб-то. Так нас же трое. А по документам двое. Вот пускай твой Абдулла в сельсовет сходит, пропишется. И мне вот сюда вот справочку принесет. А хоть бы Абдулла. Вы на своих-то гляньте, ваши-то кто? Твой Жур Костик, что ли, до 10 класса ссался. И в армии не сгодился. И сейчас в тюрьме спит под нарами. Вся деревня знает, все. А ты, Кать, лыбись, подружка Херова. Своего-то до 40 лет грудью кормишь. Дня в жизни не работал. Мели, мели, мели. Сама не мели, ни своя, ни наша, сидишь. И твой бессемянный. Все, внуков ждешь. Дождешься, он с бабой спать не ложился. Она мне сама говорила. Ага. Кто ваш-то? А мой. И денег привез, и подарков. И не пьет, не курит. Работает, спины не разгибает. Ему прописаться-то съездить некогда. И медаль получить. Медаль, ага. Какая медаль? За плен. Валька, ему через медаль льготы положены. Ты мне хлеб-то без ограничений давать будешь. Сейчас прям. Вот так вот. Прикусили языки-то? А ты, Валька, засунь свой поганый язык себе в задницу. Ну, видали, а? Эй, шеф, тормози. Подбросишь? Ну, курва. Абдуллой звали. Абдулла. А это правда раб Божий? Так. Ну ладно, пока. Важный какой. На ферме дежурю. За комбикормом приходите. Два мешка. Пока. О, фарно, фарно, брат. Красный. Красный. Крёстный. Тихо! Есть! Вот дура, баба! Разбить бы мог! Не идешь? Слушайте, а вы откуда знаете? Это уж все знают. Федька с мяшками побежал. Ладно, пойду я. Коль, скажи Федьке, кто нашел, кто ищет, тот всегда найдет. Раз пошли на дела. Я Рабинович. Рабинович выпить захотел. Ма, а что, если так дело пойдет? Кости не свадьбу сыграем? Ма, отдадим Кольку заверку. Два мешка комбикорма. Колым как-никак, а? Мили давай. Прошлый год у нас тут геологи работали. Да тёрли её все, кому не лень. Домой ещё к себе водила. Бабка за занавеской, она. И что деньги, говорят, брала.
Ты-то вот сидел, не знаешь ничего. Мелешь ни свое, ни наше. Да ладно, что там знать-то? Проститутка она есть, проститутка. А что не искали? Нефть, что ли? Кто? Это геологи. Да не нефть, а эти, как их? Че, алмазы, что ли? Заколебала. Да ну, не знаю, кого не искали, а я всю жизнь ковыряюсь, никого не нашла. Поглядеть бы, какие они есть. Да ну что, мама, алмаз же глубоко, их надо бурить. Ладно, бурить. Сынок, чего ж ты не собираешься, пока дойдете, давай. Я не пойду. А? Мам, я не пойду воровать. Чего воровать? У кого воровать? У государства, что ли? Да это государство у нас все соки. Жилы вытянуло. У него крадешь, на том свете зачтется. Ты щенок. Тебя поймают, ведь ничего не будет, а меня поймают, срок намотают, понял? Сынок, Колюшка, это же комбикорм. У нас же корова, он никак не раздоится. Ну, нехорошо, ясно дело, нехорошо, а жить-то нам надо, но... Я тебе говорю, с этим мусульманином, мы с тобой нахлебаемся. Ладно, Федя, ладно. Ладно. Сама пойду. Куда пойдешь, под руль или ползаешь? Ладно. Как-нибудь доколтыхаю. Ладно, тебя последний раз спрашиваю, пойдешь, нет? Не пойду. Черт! Пойдем, Федя. Ты что, платок нацепила? Да ну вас все. А варят? Бога нет. А птухи под землей редиску красит. Медаль, медаль. Я навоз увозить, а он за медалью. А как ты думал? Он заслужил. Надо забрать. Обязательно. А то что, кому другому отдадут? Угу. Награда нашла героя. Да про эту войну забыли уж все давно. А это птичкам, чтобы отцу веселее лежать было. Могила один рыл. Мороз 20 градусов. Земля как камень. Мужики приходили помогать. Не, говорю, один вырыл. Один. Ну, давайте помянем отца. Радость у нас, отец.
Говорил ты, что Колька вернется, он и вернулся. Да что с медалью? Часы тебе привез. А ты вот. Выпей, сынок, выпей. А я не могу. Поменяться-то. Нельзя мне. Ну, Петька! Да не будь он пить! Насмотрелся на этих мусульман на зоне. Он с нами скоро из одной тарелки есть не станет. Западло ему! Ну, чё ты, ну? Чё, с плечо? Думаешь, сынок, я ничего не понимаю? Думаешь, толкушка бестолковая? А мы когда этот комбикорм чертов с Федькой приперли, я потом всю ночь проплакала. Не за тебя, сынок, нет, не из-за обиды. А что жизнь наша чертова проклятая. Стыдно ведь. Всю жизнь воруем, и всю жизнь стыдно. Стыдно. Они воровали б, не выжили. Отец в лесничестве работал, лес воровал. Так и построились. И кровать, на которой вас родила, тоже из ворованных досок. Мам. А чё, жизнь такая? А это-то, сынок, скажешь, у вас в Афганистане водку не пьют, закон был такой. Уважаю. Только на поминках 3 рюмки выпить требуется. Тоже закон. Только наш. Ты их уважаешь хорошо. Только и нас уважь. Выпей, сынок. Не могу, мам. Ну чё, стерпел твой Аллах? Рахмат. Ну ничего, я с тобой сегодня вечером разберусь. Ну что, встань, что ли? Тебя там чуть не учили старшего брата уважать? Ну? Ага. Ну ж к нам пока ни к чему. Че, Колян попал?
Попал. Давай, вставай. Сейчас молиться будем. Давай. Подожди. Давай, давай. Ты чё, Колях, братан, сено жуёшь ты? А я наумолишься. Ма, ты с нами пить не стал, а один сам нажрался, как свинья. Ой, дай, ма, какая холодненькая, какая холодненькая. Холодненькая. На, пей, мусульманин. Бата дверь. Убью! Люди! Люди! Убивай! Викушан, маленький! Викушан, сзади хором! Мана! Мана! Исаак! Иди сюда! Иди сюда, Исаак! Жалобно поют, домового ли хоронят, ведьму ли замуж выдают. Мчатся тучи, вьются тучи, невидимкою луна освещает снег летучий. Мутно небо, ночь мутна, мчатся бесы рой за роем в беспредельной вышине, визгом жалобным и воем, надрывая сердце мне. Аллаху Акбар, Аллаху Акбар! Алло! أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله. Чип Менты меня пасут. Пей, чего сидишь? Только мне оставь. Водка и спирт. Спирт. Чего сейчас оставлять-то? Ты он слыхал в Мукомолово? Четверо от спирта каюкнулись. Гражданское наслаждение. Убить не убью, но покалечу. А ты ответь, слыхал, что вчера бабку синиту учудила? Хочу, говорит, баунти попробовать.
А после этого хуще на погост. А может, и убью. Но тогда уж точно зеленкой лоб намажет. Это как? Пиф-паф, высшая мера. В общем, дядя Вань, если увидишь, что я убивать буду, кричи, Федь. Вышка, Федь. Понял? Погоди. Ну, клянусь, мой крестник, Федьки. Я же его вот на этих самых руках держал. Крестик. Крестник? Крестник? Ой, испугался, раб Божий. А это дальше ворон пугают. Ну что, много наловил? Мало. Ой, жарко что-то. Коля, а у тебя закурить не будет? Я не курю. Да. И не пьешь? Я не пью. Кто не курит и не пьет, тот здоровенький помрет. Ой, жить-то врачи. Соловьи? А как по-афгански соловей? А нет такого языка, афганский. А на каком же ты калякал? На фарси. Фарси, марси? Вот я и спрашиваю, как по-афгански соловей? Буль-буль. Как? Буль-буль. А папироса? А там нет такого слова папироса. А как будет земля? Залив. А руки? Даст. А как будет губы? Лап. Лап. А как будет? Я тебя люблю. По-афгански. Мантурдус недарам. Мантурдус недарам. И сиди! Ну эту рыбу нахер! Коль, а знаешь, как по-китайски я тебя люблю? Как? Сунь, вынь. Мантура, дус, дарам. А, да? Я тебя люблю, мантура, дус, дарам. Мантура, дус, дарам. Ну, вести. Мантура, дус, дарам. Ой, дай шапочку, полоси. Да. Какая шапочка. Ой, а я знаю по-французски. Живу всем. И по-немецки даже знаю. И хлебеди. Хорошо. Кормите шапочка. Вот и идет. А песенку знаю. I love you. Коль, слышь, я
разные говорят. А? Ты что, пожалел? Пожалел, да? Ага. Он тебя тут не очень-то жалел. Тут доставал меня. Ужас. Встретил его ночью перед клубом. Он говорит, верха дай. Я говорю, с какой стати я вообще должна тебе давать, да, собственно говоря? Он говорит, ты с моим братаном Коляном ходил до армии? Ходила. А он без вести пропал в Афгане. Так что ты теперь, голубушка, по закону моя. Я говорю, ну, слышь, а я что-то такого закона не знаю. Он говорит, все равно дашь, куда денешься? Я говорю, что? Я скрипяному скотку сейчас на фирме дам, чем тебе. Девушка, нельзя потише. Сам заткнись, понял? Ну вот. А он говорит, чего? Я говорю, чуть-чуть через плечо. Так как-то от Питера до Москвы раком не переставить. Ой, еле вырвался. Давайте нас смотреть. Вот какое ты чувство. О, я страхаться буду. Гляди, гляди. Ой, клево. Ты, если хочешь, смотри, а я тебе на улице подожду. Коля, Коль, а ты что там, в кино не ходил? А там нет кино. Это маленький кишлак в горах. А что ж там делал-то? Я работал, книги читал, а Боба Амридин объяснял мне Коран. Боба кто? Дедушка Амридин. А, Коля, Коля, а правда, что ты у него в рабстве был? Деревни говорят, что он тебя купил. Он не купил, он выкупил. Меня расстреливать вели. Тебя? А он на осле мимо ехал. На осле? А зачем ты ему был нужен? А у него, понимаешь, сына убили. А кто его нашел? Его звали Абдала. Ой, я рассказываю вам сегодня об опере Петра Ильича Чайковского «Пиковая дама». А коли так, нам не миновать того обстоятельства, что в ткани этого большого сочинения вживлено другое, меньшее, но вполне самостоятельное. Вспомним знаменитую сцену бала. И вспомним звучащее на балу приглашение распорядителя. Хозяин просит дорогих гостей послушать пастораль под титулом «Искренность пастушки». Чайковский несколько сместил время действия пушкинской повести и перенес события в блестящий Екатерининский век. А в то время придворные домашние спектакли были в необыкновенной моде. Я у Нинки в гостинице за стакан попросил. Она мне вот эту вот банку суёт. Я ей говорю. Нет, ты что? Чистая нравственная. Что мне в нее? Мочу, что ли, сдавать? Постарали. Что значит пастух? И вот пастухи и пастушки в этих спектаклях переживали изысканные чувства и вели галантные диспуты на фоне изящно декорированных пирамид. Злодей, ужасный обманщик, убийца были бы в таком спектакле просто неуместны. Итак, искренность пастушки. Постарали из оперы Чайковского «Пиковая дама». Вы сейчас услышите дуэт «Прилепы» и «Миловзор». Помните, мой миленький дружок, любезный пастушок. Thank you.
Знаешь ты все, знаешь. Он что, больной? Пошел больной, здоровый. Говорит так просто. А кто такой Геннашка? Так он, Геннашка, есть. Постул-то наш, Геннашка. Я Маридина. Церковь стояла. Ты химуль, а тону. Там стоит. Геннашка, давай. А что он сейчас говорит? Вот и говорит про церковь-то. Церковь тут стояла, ага. Потом в 37-м провалилась, и вот тут теперь озеро у нас. Бучило-то вот это и есть. И говорят, что, мол, кто до Маковки донырнет, дотронется, да крой, как на свет народился, вроде как и без греха. Так уж и без греха. Говорят так. Сами-то наши тут никто не купается, чужим не советуем. Ай, черт. Учет, учет. Знаем мы эти учеты. Ну, Валька. Ну, Валька. А все же дала и верила сердцу вопреки. А мы с тобой два берега у одной реки. Вот так, Валь. Ты меня прости, Сонь, но не культурная ты женщина. Кто сейчас это поет-то? Я отдала тебе Америка разлучница того, кого люблю. Храни его, храни. Я отдала тебе Америка разлучница того, кого люблю. Храни его, храни. Санька! Кто там? Ванька, Ванька, это! Санька, вот твою мать! Вы здесь обе живете!
Давайте деньги! Быстрее! Вы что же это, мужики? Не можете! Я уж вон разнимаю, будет! Ага! Их разнимешь, а Федька потом прирежет! Эх, пушка! Пашка, ты высадил! Оп, твою мать! Хаджи Мурат настоящий! Эх, не была! Федька! Завязывай! Завязывай, сказал! Ой, твою мать! Вышь, кричи! Кричи, мышка! Башня! Силёйся! Лера! Лера! Осторожно, стеклотар не побей. Ну, кажись. Ничего, ты б Федьку видел. Держи. Я пришла, он... Под одеяло забрался, испугался, что ты. Да. Слушай, а можно я у тебя переночую, а? Нет, там кто? Где ты? Хрен в пальто. Ой. Здравствуйте, бабушка. Ба! Помрешь когда? Ночуй, если хочешь. Хочешь на лавке? А хочешь? На лавке. Да хоть в курятнике. Все равно завтра скажу, что я тебе... Лежу и все. Мы с тобой лежали до армии, так ничего не было. Это жарко как-то. Коль, ты чё? Коль, ты замерз, что ли, да? Ноги. Ой, ноги. А сейчас мы тебя согреем. Вот так вот. Вот так вот одеяльцем. Так вот. Хорошо. Вот так вот. Вот и все. Хорошо. Сейчас будет тепло. А что это такое, ниточка? Пенюшка мой, замерз, мой хороший. Вот так вот. Ну как, замерз? Хорошо. Ага, ну что, Билди, отец уберем. Ага, просто. Ага, простыночка оставим. Ой, Коля. Миша, это он. А ты чего? Уличка, Коля. Я не хочу так. Не хочу так. Чтобы мы женились. Женились? Да. А когда мы женимся, тогда у нас будет это. Вот. А потом от этого у нас будут дети. Ты будешь их растить, а я буду их кормить. Я буду ходить на работу, приходить с работы. Понимаешь? А ты будешь меня провожать и встречать. Вот так я хочу. Понимаешь? А, и что потом? Потом дети вырастут. У них будут свои дети.
А мы с тобой станем старенькими. Вот как бабушка. Понимаешь? И старший сын возьмет нас к себе. И мы от него уже будем ездить ко всем остальным. А все нас будут любить, все нас будут уважать. Да, и похоронят рядом. Конечно. Мы же на том свете тоже будем вместе. Во, видел? Мне в ад надо. Я давно в ад записалась. Аллах милостив. Да. Аллах милосерден. Аллах, Аллах заколебал своим Аллахом. У нас Бог Христос. И святые всякие, понял? Аллах. Это имя Бога. Понимаешь? Только имя. Бог один. А имен у него много. А какой настоящий-то? А никто не знает. Никто. А когда узнает, тогда его позовут, он придет, и все станет по-другому, все будет хорошо. Правильно. Да. А когда будет это? Не знаю. Никто не знает. Это будет. Обязательно. Ну, а тебе что? А что, мы приглашение, что ли? Эмбри нам, ну. Ну, эмбри нам. Не курит и не пьет, да здоровики. Здравствуйте. Ой, батюшка, как я проглядел это вас. О, кто к нам пришел? Ой, а я им не стала говорить. Боюсь, испугаются, убежали бы. Кто убежал бы? Здорово, Мика. Какой ты, Миша-то, черт? А что, за одной партой сидели-сидели? Списывать давал-давал. Мам, он ведь всем списывать давал. Ой, грешен. Да, грешен, да. А здесь вот такое про вас говорят, что даже прям страшно было к вам идти. А увидел вас, и не страшно совсем. Даже наоборот. А я думаю, чего батька лгатится? Даже петуха зарубила. И все тайком, тайком. А мне нельзя. Как? Да я у бабок спрашивала, нет же никакого поста сейчас. Нашла у кого спрашивать. Эти старухи, небось,
зимний в 17-м брали. Верно, Вир? Сегодня среда, Софья Пантелеймоновна. А среда и пятница – дни постные. В среду Иуда предал Христа, а в пятницу распяли Спасителя. Куда? Чай в приглядку пила, было. Мать на блюдечко кусочек сахарочку положит, вот такусенький. А мы глядим на его и пьем. Сладко, куда там? А чтоб петушатину в приглядку. Я унесу ее от греха-то подальше. Да. Он у нас батюшка. Иной раз и не верится. Проснешься ночью, думаешь, правда и нет, правда. Да. Господу дорог много, Софья Пантелеймоновна. А ты, Федор, в храм ни разу не придешь, а? А во, я говорю, иди, Федька, иди. В аду гореть будешь, вспомнишь уже, что в храм не ходил. Ладно, ты много ходишь, Ты че это? Я это... Ад не боюсь. Я на зоне в кислотном работал. В чугунно-литейном. Меня этим не запугаешь. А что для тебя хуже? Когда душа страдает или когда тело? Тело. Гвозди глотал. А вот когда душа заноет, это... Так тело твое здесь, в земле останется, а душа страдать пойдет. Души там страдают. Души. Так что приходи. Приходи в храм-то. Да. Да вот ты что, батюшка. Дерутся тебе не у меня. Смертным боем дерутся. Может, ты скажешь им чего или сделаешь чего? Да ладно, что ты, мам? Помоги, батюшка, помоги. Христом Богом прошу. Может, молитва какая есть или заговор? Жил очень давно, 1500 лет назад, святой Макарий Египетский. В пещере жил, в пустыне. Великой святости был человек. И услышал он во время молитвы голос. Макарий, ты еще не сравнялся в святости с двумя женщинами, которые живут в таком-то городе. Пошел Макарий в тот город, отыскал тех жен, стал спрашивать их. Они ему отвечают. Грешны мы. И живем в суетах мирских. Но преподобный не переставал вопрошать их, говоря, ради Бога, откройте мне ваши добрые дела. И, наконец, женщины признались старцу. Нет у нас добрых дел. Одним лишь не прогневляем мы Бога. С поступлением нашего замужества за двух братьев. Вот уже 15 лет мы живем так мирно, что не только не заводили между собой ссоры и вражды, но одна другой слова еще неприятного не сказали. Вот. Как важна Богу мирная и согласная жизнь в семье. Не будем драться больше. Заживем по-людски, как те две старушки. Целуй теперь ты.
Целую, что ты? Тезка что, Николай Угодник? Ты что, боишься? Боишься, да? Мне нельзя. А ты все равно поцелуй. Ну, целуй. Целуй. Морда! Целуй! Целуй мордом! Мусульманский целуй! Целуй! Просил же. По-людски просил! Далеко ты с топором-то? Дрова колоть. Эй, шайтан! Пресвятая Богородица, Преснодева Мария, прости мою душу грешную, прости. Кать, 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 Кать. Пошли, пошли, хороший, домой, домой, Кать, 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 домой, 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 домой. А дедушка Амреддин говорит, рай находится под ногами ваших матерей. Правильно говорит, сынок. Мне отец Михаил наказал беречь тебя. Как, говорю, беречь, батюшка? Я и так ночью глаз не смыкаю. Все слушаю, не крадется к нему Федька с ножиком. Возьмет да зарежет. Зарежет. Ой, сынок. Это еще страшнее, что он тебя боится. А со страху скорее зарежет. Молись, сказал батюшка, а больше ничего не сказал. Мам, а я прялку починил. Руки у тебя золотые, сынок. И голова светлая. И здоровьем Бог не обидел. В нашу ты породу, в коровинскую. А Федька в отца дурная кровь. А все равно сын он мне. Пропащий человек никудышный. А мне и вот этого еще жальче.
Знаешь, сынок, ты меня прости, уезжать тебе отсюда надо. Куда уезжать, мам? К дяде Юре. Отцову брату. Дядю Юру ты помнишь? А? Угу. Может, дедушке Амредину своему? Я бы гостинцев собрала. Передашь ему низкий поклон от меня и материнскую благодарность. Чего ты, сынок? А? Ничего. Отцу Федька. Федька нашел. Пропить хотел. Еле отобрала. Тебя еще с неба увидел. Да, знаешь, думаю, залечу к матери в деревню. А потом, думаю, напугаю народ, переполошу старых. Знаешь, это кто? Люди, которые могут все. Практически это уже не люди. Боги. Вот с их помощью будем поднимать наши края. Сейчас летали, землю смотрели. Посидим. Черт. О, черт. А ты чё тут культ отправляешь? А что, хорошее место? Да знаю, знаю, знаю. И не осуждаю. А если будут притеснять, сразу ко мне. У нас свобода всех конфессий. Хоть в Бога верь, хоть в черта, лишь бы государству вреда не было. Знаешь, грешным делом я сам в церковь захаживать стал. И ты знаешь, хорошо. Напряжение снимает. И вообще своеобразная такая психотерапия. Вот выучил молитву «Отче наш». Сейчас символ веры штудирую. Ну, помнишь? Верую в единого Бога. А, хотя ты... Ну, на колокол пожертвовал определенную сумму. Конечно, кто знал, что так
получится. Ну, уж если получилось. Был салом, стал палом, так что ли? Или наоборот? Да. Но вера народу нужна, и ты молодец, Николай. Хотя, конечно. Ну ничего, Бог-то один. Один, спрашиваю. Один. И Бог есть, это теперь как дважды два. Вот только представить его себе я не могу. Ну, черт там или сатана, как Пал правит. Это сколько угодно. А... Ну ты что, еще не закончил? Ну, тогда я пойду. Не буду мешать. Бучили пока искупаюсь, там вода сейчас теплая. Широка страна моя родная, много в ней лесов, полей, рек. Я другой такой страны не знаю, где так вольно дышит человек. Здорово, маманя! Здорово, здорово! От Москвы до самых до окраин, с южных гор до северных морей, человек проходит как хозяин необъятной родины моей. Хочу тебя забыть, да видно, вернуться в года моей печальной дни. Я отдала тебе Америка разлучница. Того, кого люблю, храни его, храни. Бумажка. Ёлки-палки, Ирка! Смотри, баксы! Чего? Чего-чего? Деньги американские! Клинок! Беги скорее, не успеешь! А что случилось, крестный? Манна небесная! Кошелку бери! Но! Какая манна? Алло! Хватит болеть тут! Дорого, блин! Ульга!
Раньше рыбу ловили, а теперь доллары. Фальшивые, фальшивые! Газели! Фальшивые! Куда, блин? Куда? 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 Я первый! Подавлю! Я тебя подавлю! Федька, что ты не потеряй? Спать! Подержи! Капитан! Чего? Доллары за бортом! Чего? Баксы, Михалыч! Какие баксы? Мама мия! Товарищи, граждане, господа! Экстренное сообщение. Эти деньги трогать нельзя. В оперативных целях они обработаны специальным химическим составом, вызывающим многочисленные язвы на поверхности тела. Это очень опасно. Но если вы их уже взяли, оставайтесь на месте и дожидайтесь посадки вертолета. Где будет осуществляться приемка отравленных мертв и сдана прогулка потерпевших? Ваша жизнь в ваших руках, товарищ! Ты смотри, ноль внимания, ну народ, а! Делай, закончайте эту потягу! Знаешь, там баксы проверяла. Проверяла. Не надо. Ты что сдурел, да? Пусти. Вер, нельзя, нельзя, нельзя. А что нельзя, да? А что, они что, разводить можно, да? Колготки раз полгода можно покупать, а? Вер, ой, пошли. Нельзя! Вер! Вера! Вер, мотору тут стыда раб. Я люблю тебя. Потом, Гуля, потом! Денька разлучница. Хочу тебя забыть, да видно, не получится, сплетаются в года моей тревоги нить. Я дала тебе, Америка разлученица, того, кого храни его. А ко мне Васька Кукушкин прибежал. Валька, дай говорит, бутылку. Сует мне зелененькие эти. А я в городе была с отчетом, Васька, ничего не знала. Куда хлеб кладешь? Да пошел, ты говорю, нарисовал, небось. Он хорошо рисует, Васька-то. А от тебя на мукомолвку пошел. И у крысих купил бутылку самогона. Правда, говорит, дурной какой-то. За сколько?
За 1500. Чего? А вот этих чертей зеленых. Ну надо же, а. Вот и не верь после этого людям. Соня! Беда, Сонюшка! Слезы! А Пашка-то где? Павел Петрович. В больнице лежит. Ногу в больнице. В этот самый. Какая свинья ему все мерещится. Какая свинья? Не только свинья, сатана примерещится. Денег сколько наворовал. Не наворовал, а ему дали. На, дали, дали. Догнали, давали еще. Дали. Глянь-ка, ну подали еще. Да? Нам не давали, и то забрали. А почему нам-то не ничего давали, а? Да землю продал он нашу кому-то. Землю. А кто будет работать на этой земле? Нас не один, так другой продаст. Тебя! Кому ты нужна, тебя покупать-то? Иди, Сонька! Феськи повесился. Божечки. Царица небесная. Федька! Федя! Феденька! Федя! Живой, живой, живой! Гад, гад, ты гад! За хмель сразу вышла. Федька, Федька! Вышла вся. На крюку там зыбка твоя качалась, а ты вслед за отцом удумал. За хмель вышла. Удумал тоже. А сколько ножички у тебя? И за хмель вышла. Не вешайтесь вы больше! Без причины не надо больше вешаться! А будет причина тоже, не вешайтесь! Потому что нет такой причины! Потому что это грех! Грешить легко. Так легко, как войти в воду, когда деньги плывут по реке, понимаете? Хорошо. Не можете молиться, не молитесь. Не можете креститься, не креститесь. Не можете поститься, не поститесь. Не можете верить Христу, не верьте. Не можете верить Мухаммеду, не верьте. Не можете верить, не верьте. Но знаете, придет сатана, и вы поверите ему, потому что он заставит вас поверить ему. И будет плохо, очень плохо. Поверьте хотя бы. Царица моя преблагая, надежда моя Богородице, приятелище сирых и странных предстательнице, скорбящих радости, обидемых покровительнице. Зриши мою беду. Скотина ты пьяная. Сколько дел, а ты сломал. Была прялка как новая.
покорми мя, як острана, в обиду мою веси, разреши ту, яко волиши, яко не има мыные помощи, разве тебе не иные предстательницы, не благие утешительницы, токмо тебе, о Богоматерь, я куда сохранишь имя и покрыешь его веки веков. Чего стоишь? Присаживайся. Ну что, узнал меня? Да, товарищ лейтенант. Обижаешь, капитан. Правда, запаса. По состоянию здоровья. Ну ничего, зови меня замполитом по старой памяти. Я тебя, между прочим, тут уже почти месяц спасу. Догадываешься, почему? Нет. Недогадливый ты, гвардии рядовой Николай Иванов. Помнишь, 14 октября 1986 года, кишлак Шанбе в 120 километрах от Кундуза? Да. Помнишь, как гвардии капитан Алексей Иванов приказал тебе убить, расстрелять трех пленных духов, а ты отказался? Да. Мы расстреляли их, вот видишь, все помнишь. А потом мы провели с тобой политбеседу. Мы тебя вели? Нет. Правильно. Потому что Леха сказал, что в этом парне что-то есть. А потом ты обещал нам, что при чистке кишлака Маруни пойдешь в первой линии, обещал. И ты пошел. Но духи ударили. Мы отступили. А ты остался. Нет. Нам нужно было уходить, иначе мы могли бы все там полечь. Но Леха сказал, что пропавший без вести — это хуже, чем убитый. И мы пошли ночью. Положили шестерых. А седьмой... Лехе пуля попала в легкое. И когда он говорил, у него изо рта летела кровавая пена. И у меня вся морда была в крови. Он сказал, я понял, что в этом парне. Он предатель. И когда он умер у меня на руках, я поклялся себе, что если когда-нибудь увижу тебя, я тебя убью. Потом я увидел тебя в репортаже. Купил ТТшник, взял отпуск на работе и приехал. Два раза чудо тебя спасло, Коля Иванов. А потом что-то случилось. Места у вас красивые. Отдохнул. Да еще купил тут, так сказать, книжицу. Новый Завет называется. И все читал ночами. Не спится, давно все-таки никого не убивал. Там, конечно, много такого, с чем я согласиться не могу. Не клянитесь. А как же, например, присяга? На ней же вся армия стоит. Или
Не судите. Хорошо, я согласен, не судить. Если расстреливать всякую сволочь без суда и следствия. Там многое, конечно же, устарело. Заповедь номер 3, к примеру. Не разводись, если она не прелюбодействовала. И не женись на разведенной. Почему? Моя первая, например, не изменяла мне. Но сукой была редкой. Я развелся. Женился на разведенной. Живем хорошо. Двое детей. И первое, главное, хорошо с новым живет. Где ж тут логика? Ну, а уж насчет щеки. Это, может быть, в его времена по щекам били. А сейчас, если в тебя из калибра 7,62 справа влепят, другой стороной уже не повернешься. И я не богохульствую. Я, между прочим, 2 года назад крестился. Я теперь замполит крещеный. Да, и чем больше я читал, тем меньше мне хотелось тебя убивать. Вот такое дело, Коля. Значит, что-то есть в этой книжице. Есть. И много причем. Как вот, например, в этом пункте про мужика. Про человека, который беса своего выгнал. Выгнал, а душа-то осталась пустая, не занятая. А тот бес погулял-погулял и вернулся. Да не один, а 7 с собой прихватил. Еще покруче его самого. А ты знаешь, когда я всех 7 в себе почувствовал? Это вот когда баксы по реке поплыли. Я же был там. Я уже и штаны со штиблетками скинул, а потом тебя увидел. И тут я подумал, нельзя лезть в воду. Не полезу. А они как заворочиваются в моей душе. Вот тогда-то ты себя и спас. Гвардии рядовой Николай Иванов. Слава тебе, Господи. Сколько раз я не хотел убивать, а убивал. А тут захотел убить. И не убил. Знаешь, что меня спасло? Нет. Вот это. И тебя, между прочим, тоже. Вот и ты, перекрестись. Как? Как все нормальные люди крестятся, вот так. А вы левой рукой? Это же я от рождения левша, когда волнуюсь. Я же и стреляю левой. Вот. Я не могу. Почему? Потому что мне нельзя. Потому что нет Бога, кроме Аллаха и Мухаммед, пророк его? Да. Так. Оставался бы там в таком случае. Зачем ты сюда приехал? Я слышал голос. И что он тебе сказал? Он сказал, возвращайся в свой дом. Ну вот. Но он сказал мне это на фарси. Так, значит, все правильно. Пришел и привел 7 злейших себя. Нет. Нет? Хорошо. Тогда перекрестись. Просто для меня. Понимаешь, для меня.
А так перекрестишься. Теперь я понимаю, что Леха имел в виду, когда тебя предателем называл. Коля Иванов. Коля Иванов. Мама. Мучила, замерзла. Мам.